Виновным в трагедии на предприятии «Русский хром» может грозить до 5 лет лишения свободы. После смерти 2 пострадавших Следственный комитет Свердловской области переквалифицировал статью, по которой будет вестись расследование. Сегодня утром, 14 февраля, а также днем скончались 2 из 3 пострадавших. В связи с чем при дальнейшем расследовании органами Следственного комитета будет решаться вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую, а именно нарушение требований охраны труда, повлекшей по неосторожности смерти 2 и более лиц. От ожогов скончались 54-летний мужчина и 72-летняя женщина, которую вчера на вертолете доставили в Екатеринбург. Напомним, трагедия произошла утром 13 февраля на территории предприятия «Русский хром» 1915. Из-за замыкания электрооборудования в цехе пароснабжения 3 работника получили критические ожоги. Сейчас медики продолжают бороться за жизнь 63-летней женщины. Она находится в реанимации Первоуральска в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.